Всем привет, с вами Бастеп, и в этом видео я хотел бы показать о том, что на лаунчере МК Skill 1.6.4 можно играть с читами. Ну, многие, может быть, многие уже поставили, многие, может, уже играют, некоторые уже просто решили уйти с проекта, но для тех, кто не знает, я просто показываю то, что это можно, и если это видео наберет достаточно просмотров, ну, лайков и немного подписок, то я выложу видео о том, как можно взломать его, проще говоря, так. Ну, просто сейчас будет небольшая демонстрация, так сказать. Ну, на этом сервере я уже поиграл, спалил себя. Пацифик, не надо ко мне лишний раз. Итак, показываю. Я поставил себе чит Dodos Hack. Уже активировал несколько его функций, в принципе. И тут я просто сейчас включил фрикам. Так, есть также Fly. Так, ну, много функций есть, например. Ладно, я их уже многие активировал. Вот хождение по воде. X-Ray. Ну, X-Ray тут, правда, у меня с ним проблемы. Возможно, я поставлю Titanium. Насколько я помню, так называется чит. Чит, да. Выключаю его. Еще ST, насколько я помню. Да, вот он. Мне он тоже очень понравился. Вот, например, чтобы на этой горке постоянно либо не залетать, либо не прыгать постоянно. Просто набираем ST и вот спокойно. Наверняка уже многие из вас знают это. Просто показываю так. А зачем? Так. Ну, еще что я могу показать. В принципе, ну, функционал тут большой, нормальный. Вот. Просто я вам показываю то, что играть с читами можно. Ну и как я уже сказал, я думаю, уже хватит. Если видео наберет достаточно лайков, просмотров, будет немного подписок, то я выложу видео о том, как же хакнуть МК Skill 1.6.4. И сразу хочу прямо сейчас сказать, что автор этого обхода или хака не я. В следующем видео я обязательно дам ссылку на его тему, оставлю его ник. В общем, не буду претендовать, конечно, на права. Все, всем спасибо. До встречи.